приветище! Добро пожаловать в будущее, в 2050-й плюс-минус, шиш его знает какой год. Я уже оброс сединой, бородой, там морщинами покрылся, кожа стала трухлой, дряхлой точнее. И не спрашивай почему, как это случилось, я не знаю, я стал бабкой. Да, я превратился в бабку в розовых очках. Как-то так сложилось, это будущее, друг мой, будущее. Вот, и дело в том, что здесь теперь, в будущем, профессия выбирается по смартфону. Как, ну знаешь, как вот эти вот всякие доставщики раньше были там. Дивилери, Яндекс, вот они по телефону там работали. Вот теперь здесь тоже так же работаешь по телефону. Я сейчас выберу ярмарку вакансий Эмбер. Тут можно стать огнеборцом, что я сейчас и сделаю. Прям вот едем на эту ярмарку и там выберем себе профессию для пенсионера. Ну то есть для меня. Сейчас все подгрузится. У меня на счету, как ты можешь видеть, 127 баксов. Я бомжую. Есть нечего, поэтому приходится рисковать. Эй, привет! Я хочу рассказать вам о будущем пожаротушения. Ох ты, господи, где я очутился, что... Ну, это ярмарка, куча аттракционов, хот-доги можно пожрать, отличненько. Кстати, а где все? Почему я здесь один? Я, видимо, один такой отбитый отозвался на это, да? Добро пожаловать на ярмарку вакансий Эмбер. Здесь вы можете проложить свой путь в карьере огнеборца в Эмбер. Осмотревшись, направляйтесь в комплекс, чтобы испытать свои силы. Ну хорошо. Задрот. Ты чё в телефоне сидишь? А ну вылези! Ничего не изменилось с 2020-го, до сих пор все в телефонах сидят. Так, ух ты, какие миленькие аттракциончики. Что тут такое? Крэк? Шот? Пострелять из водяного бластера, видимо, можно. Ладно, нам сюда, кажется, в этот комплекс. Так. Похоже, наш техник еще где-то прохлаждается. Используйте телефон, чтобы его найти. Мы автоматически установили вам приложение «Локатор». Поиск клиентов. Поищите техника. Так. Где мой телефон? Вот он. Господи, зрение меня подводит. Где этот техник? Засранец мелкий. Никто не хочет работать. А, вон он. Никто не хочет работать. Эй, вот и техник. Помогите ему добраться до панели управления. Ну, хорошо. Эй, задрот, как тебе леща дать, чтоб ты очнулся? Хватит уже клацать по своему мобильнику. Так, хорошо, ладно. О! Дряхленькая бабуля схватила его на свое плечо и тащит. Господи, какой ты жирненький. Походу тебе сюда. Вставай. Отличная работа, дверь открыта. И можно начинать. Кстати, да, если тебе нравится эта игра, прямо сейчас вот возьми и сейчас опустись под видео. Поставь свой царский, крутой, волшебный лайк и подпишись на канал. Ну все, я пошла. Фу, блин, не пошла, пошел. Господи. Что ж, будущий огнеборец, пора доказать, что вы пригодны для этой работы. Шаг первый. Борьба с огнем. Используйте этот пожарный брандспойт Эмбер, чтобы проложить себе путь. Ну ладно, хоть пистолет не дали. Так. Ну что, начнем, да, поливаем. Поливаем. О, ништяк, как это все поливается-то. Кстати, вот интересно, да, тут все горело, а почему мебель-то не горела? Телевизор стоит. Целехонький. Наверное, это эмуляция. Имитация огня. Ну, кстати, я здесь стою, у меня так потненько. Аж глаза плавятся. Так. Пожар потушен. Я молодец, я всех спас. Или что-то еще горит. Почему оно все возгорает? Запас воды в бронепоезде может закончиться. Надо пополнить его. Тут как раз раковина есть. Что это такое? Почему звук из унитаза, словно я спустил воду? Я вроде тут все потушил, а... Да ладно, пошли наверх. Пожарный топор Эмбер, еще один важнейший инструмент для каждого. Используйте топор, чтобы сломать вон ту дверь. Где мой... Ого, у меня топорик есть. А чего он такой маленький? Я таким топориком полдня буду ломать эти долбанные двери. А нет, смотри-ка, быстренько все ломается. Среди опасностей, с которыми сталкиваются огнеборцы, есть не только огонь. Электричество из розеток распространяется по воде. Выключите ее, чтобы можно было пройти. Так, ладно. А как мне это сделать? Как мне сделать это? Может, залить водой просто? А, нет, это не сработает. Пройти я по этому месту не могу, меня шиндарахнет током. Походу, вот, рубильник есть. Ништяк, это оказалось все намного проще.
Как бы сильны вы ни были, вы не сможете выбить бронированную дверь. Ускорьте силу электричества, чтобы пройти дальше. Помните. Блин, я слишком стар, не успел прочитать, что он там сказал. Что-то там ускорить ток. А, вот, смотри. По всей видимости, что-то сюда нужно притарабанить, чтобы сделать цепь. Так, могу я что-нибудь взять в руки? А! Фига себе! Меня ударило током! Электричество, давай! Цепляйся на бочку! А может водички полить, а? О, кажется, это сработало. Давай стеночку намочим всю. Ништяк! Все получилось, двери открылись. Наполняем свой пистолет. Пройдите через огонь. Фига себе, пройдите через огонь. Ёшки-моталки, ну ладно, давай, брызгай здесь все. Не опалить бы мне мою прическу, чтоб не расплавились мои розовые очки. Электричество отключаем. Так, идем дальше. Здесь розеточка простая. Ух, это было жарко. Ну что, все вроде бы, мы выбегаем. Газ – одна из самых страшных опасностей в домашнем пожаре. Смотри, какой зелененький газ. Главное не дышать этой гадостью. Что мне можно сделать здесь? Наполним свой пистолет. Вода нам здесь не поможет. Как насчет розетки, чтобы включить вентилятор? О, кажется, сработало. Идем дальше. А, нужно выбить дверь. Ништяк. Здорово, хомяк. Не всегда рядом есть кондиционер. Через открытые окна газ тоже выходит, но гораздо медленнее. Хомяк, ты выходишь? Тебя надо спасти. Хомяк, пошли со мной. Так. Вот здесь вот газ. Разбиваем окно. Газ должен уйти. Но он будет уходить медленнее, чем с кондиционером. Смотри, как он уходит. Давай шустрее, хомяк. Ты идешь со мной. Мне нужно хотя бы кого-нибудь спасти. Здесь больше никого нет? Нет, был только один хомяк. Все, можно выходить. Через эту дверь не пройти. Разбейте окно и прыгайте наружу. Ух ты ж, блин. Ладно. Пошли, хомяк, прыгать. Опа. Фу. Тут лесенка есть, слава богу. Ништяк. Так, теперь куда нам? Куда нам дальше? Походу, нам не нужно было спрыгивать. Нам нужно вот так вот обойти это все. Здесь тоже задрот мобильный. При условии, что клиент приземлился в зоне спасения, бросать их можно с любой высоты. Киньте этого стажера в безопасную зону вниз. Вот сюда, то есть на матрас, да? Хомяк, лети. Стажер, проснись, хватит играть. Так, лети вниз. Отлично. Мы выдали вам лестницу. Используйте ее, чтобы подняться к окну. К какому окну? А, вон туда. Так, лезем к окну. Вперед! Госбастерс! Огненный Госбастерс. Здесь тоже нужна лесенка. Наверное, эту лесенку нужно как-то забрать. Как мне забрать лесенку? Вот. Я забрал лесенку. Ставим теперь сюда. Поднимаемся, топорик. Я! Кто вызвал пожарных? Эй, у вас на пути всякий бесполезный хлам. Уберите его с дороги. Вас ничто не остановит. Я тоже так думаю. А как это быстро убрать? Водяной пистолет мне не поможет. Придется расчищать это все руками. Можно кинуть что-нибудь? А, можно. Вот так вот. И-я! Нифига себе, мощный бабуль. Мощный бабуль. Бочечки все раскидываем. Я пробежал. Вот так. Вы станете одним из лучших. Поставить батут нужно. А куда его поставить-то? Наверное, здесь где-то. Ё-моё. Фига себе. То есть мне нужно прыгнуть и поставить батут успеть, что ли? Или как? Как это вообще работает? Я сюда могу... А, вот. Просто скинуть его нужно было. Прыгаем. 3 недели спустя. Чё, меня приняли, что ли? Огнеборец, ваша задача потушить помойку. Походу, меня приняли, ты прикинь? Я стажировку прошел. Помойка горит. Скорее, скорее, скорее. То, что ты видишь всплывающие окна сверху, это смс-ки мне приходят. Задание выполнено. Я потушил... Я потушил мусорку и заработал 25 баксов. Обалдеть. Комментарий клиента. Наконец-то, этот мусор горит уже 3-й день. Так, что мне тут, назад в меню или предыдущее окно? Походу, назад в меню.
Я еще не до конца разобрался со своим аппаратом. Похоже, у вас пока нет лестницы. Вам нужно купить ее в магазине Эмбер, чтобы выезжать на пожары в домах. Так, где здесь магазинчик? Вот он, магазинчик. Инструменты. Лестница 50 баксов. Блин, я недавно только 25 баксов заработал, а надо потратить 50. Что ж, давай купим лестницу. Ништяк. Пока что я в минусе. Вы купили лестницу, теперь зайдите в меню «Наборы» и примените ее. Наборы. Наборы. Вот, наборы. Лестница. Все, лестница у меня есть. Мне еще нужен другой костюмчик. Отличная работа, пора начинать спасать жизни. Возвращайтесь на карту, чтобы приступить. Так. Где там моя карта-то? Вот она. Первая авеню. Идеальный район для вашего первого дома. Что ж, пошли, попробуем потушить там все. Начальный набор Эмбер и начальный набор Эмбер. Нет, мне нужна лесенка обязательно. Оу, да. Я на первой авеню. Так, добро пожаловать на ваш первый домашний пожар, огнеборец. Вам нужно спасти хотя бы минимально необходимое число клиентов. Спасите всех клиентов, их 5 штук. Я обрываюсь, я вхожу. Вырубаю нафиг дверь. Так, не забывайте, что при помощи лестницы и топора можно проникать в здание самым разным способом. Так, на кухне. Чисто. Электричество. Ням-ням-ням-ням. Где здесь можно отключить электричество? Вырубаем все двери. Неважно, открываются они или нет. Так, здесь очень огнеопасно. Какого черта в доме делают бочки со взрывчаткой? Так, не забывайте использовать приложение локатор Эмбер для поиска клиентов. Точно! Где мой локатор? Все клиенты там. Господи, они горят. Надо тушить. Надо тушить. Быстрее, быстрее, быстрее. Я прохожу. Первый клиент. Где? Что тут такое? Пол какой-то хлипкий. Так, так, так. Время тикает. Время тикает. Где-то здесь. Где-то здесь клиент должен быть. Вот он один. Клиент, ты за мной ходишь? Кажется, я клиента покоцал топориком. Бежим скорее. Скорее бежим. Главное, чтобы не сгорел мой клиент. А куда его выкидывать? А вон зона. Зона батутов. Надо сюда вот скинуть его. Лети. Первый готов. Так, как в здание войти? Давай войдем вот здесь. Захожу. Еще один где? Клиент. Вентилятор надо переставить. Ты мне поможешь, Вентик. Встаем вот так. И сдуваем нафиг газ. Время течет. Еще один клиент где-то здесь. Обходим все это. Задрот мелкий, ты не видишь, что ты горишь? Пошли отсюда. О май гад. С кем приходится работать? Если вы спасете всех, то непременно получите так необходимые вам 5 огоньков. Я хочу 5 спасти. Сколько времени? Я не вижу. Тут время где идет. Тут линия огня. Времени нет. То есть я должен спасти всех, пока не сгорел дом. Что? Вау! Нифига себе бомбануло как. Что там? Есть люди? Где-то там люди есть. Люди, люди, люди. О, божечки, куда ты бежишь? Он сам выскочил. Давай, лети. Лети быстрей. Лети, как ласточка. Три, три, трех спас. Так, еще двое. Где двое? Ой, балка обвалилась. Очень опасно. Блин, ай, горю, 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 больно. Топором может разрубить, точно топором. Хотя это плохая идея. Так. Здесь я перепрыгну. Кажется, я горю. Но пофиг. Тут на втором этаже никого нету. Второй этаж пустой. Я обвалился. Лесенка, лесенка, мне нужна лесенка. Лесенка, лесенка, ты мне поможешь? Вот так. Главное не паниковать. Главное не паниковать. Да что такое-то? Откуда я пришел? Кажется, я был... Кажется, нам... Задание провалено. Бабушка задохнулась от газа. Черт возьми, 2 огонька. Оплата за работу. 150 баксов. Время 3 минуты 14 секунд. Все. Я в теме. Вырубаем на ходу дверь. Сразу идем на последний этаж. Я профи, я профессионал. Профессионал, тут пол очень хлипкий. Так, здесь. Есть кто? В душе никого. Вот тут один человек. Так, там кто? А, это игрушка была. Жалко, батутов нет. Что такое? Что здесь такое-то, блин? Какого лешего тут в доме палеты делают? Так.
Сейчас прорвемся. Сейчас прорвемся. Через крышу пойдем. Иди сюда. Вылазим. Главное кинуть тебя на батуты. Долетишь? Красава, долетел. Ух ты, тут сейф есть. Могу взломать? Нет, не могу, к сожалению. Так, еще кто-нибудь на этом этаже есть? Еще кто-нибудь на этом этаже? Похоже, что нет. Похоже, что никого нету. Так. Нам нужно вниз. А, горю, 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 горю. Балка обвалилась. Так, чувачок, иди со мной. Иди со мной, хорошо, что выбежал, красавчик. Давай теперь сам ножками до батута беги. Есть. Бежим, возвращаемся обратненько. Бежим, возвращаемся, господи. Все, забыл все слова. Эй, задрот, проснись и пой. Воды тебе в трусы. Черт, балка как обвалилась. Через окно полезем. Разбиваем. Окно разбил клиентам, нормально. Ну не мог же я достать топорик одновременно еще. Так, лесенка, лесенка. А то он сейчас бахнется. Черт! Лесенка, ты что, не подводи меня. Бежим наверх. Иди сюда. Это у нас четвертый клиент. Остался еще один. Да что такое? Ты что будешь делать? А что они у меня срок-то падают? Руки дырявые мои. Последний клиент, где же ты? Кажется, он был, где газ. Где газ? Так. А, ну тут я пробегу. Тут я пробегу, вентилятор беру. Давай, поднимай винтик. И сдуваем весь этот газ. Можно, в принципе, и так это сделать. Чё, задохнулся тут, а? Почему ты похож на девочку с бородой? Странное явление. Последний пассажир. Ой, как тут все горит. Выпрыгнуть через окно. Ну я красавчик, просто вообще волшебник. Спас пятерых. Все, пять. Дополнительно найдите бонусные деньги. Доберитесь до машины. Да какой машины? Да вы что? Какие деньги? Где деньги? Где могут быть деньги? Я видел сейф, но... Блин. Может быть, деньги в сейфе были? Почему я на это задание ранее не обращал внимания? Так, сейф. Я не могу пролезть. Господи. Я слишком жирный. Лесенка. Долбаная лесенка. Так. Забежали. Сейф был где-то здесь. Сейф. Как мне его открыть-то? Может быть, где-то в коробках они? Как думаешь? Долбаные деньги. Где их может... Где их носит? Может, тут где-нибудь? В комнате? А что-то там подорвалось. Короче, расфигачил пол мебели. Здесь ничего нету. Здесь я был. Денег тут не нашел. Мишка, я тебя спасу. Пошли со мной. Так. Ой, нет, туда не пойдем. Там все капец. Хана. Короче, бежим к машине. Пофиг на эти деньги. Че, все? Ю-ху! 5 огоньков я получил. Комментарии от клиентов. Ну, мы все выжили. С меня денег сняли, смотри. Сбор за обработку минус 10%. И сервисный сбор минус 5%. О, капец. Я им тут жизни спасаю, они с меня деньги сдирают. Вот так-то. Ух ты, сколько заданий-то появилось, ты посмотри. Пойдем-ка в меню вылезем. Перейдем в магазин и посмотрим, что я там могу купить. Снаряжение. Маска для дайвинга. Господи, сколько тут всякого интересного. Шлем механика. Это голова была. Тут по инструментам это есть. Дешевый металлический ящик, батут. Короче, тут еще всякого-всякого много интересного. И предстоит всякими разными способами спасать чуваков. Также я еще могу купить новые машины. Раскраска колес. И ее тюнинговать. Ух ты ж, нифига себе. Короче, очень много всякого интересного нам предстоит в будущем. И это произойдет, если ты поставишь огромное количество лайков и подпишешься на канал, если ты еще не подписан. Ну а на сегодня это все. Спасибо тебе. И пока. Увидимся в следующем видео.